Никогда не люблю рассказывать, кого играю. Если банально говорить, чтобы не раскрывать тайну, я могу сказать, что замечательный, милый, добрый, хороший человек, отец двух детей, который их возит в школу, и в одночасье все теряет. Из-за кого-то. Естественно, позыв нормального мужчины найти виновных. Ну, как-то отомстить или не отомстить. Или вернуть то, что потерял. Чего хочешь? Я решаю твою проблему. Ты решаешь мою проблему. Wyprodukowany przez Canal Plus nowy serial Krew z krwi.